They rule that it's interference. Odin tied it up, then Odin took the lead, and Jeff tied it up all in the first period. They went through the ball, and Escondido got that one in the Canadian Rooters, and Escondido got that pass over the free team. The long shot to Gord Wye was way offside on the play. Когда прозвучит финальная сирена, и игроки покинут лед, хоккейный тренер останется наедине со своими мыслями. О чем он будет вспоминать? Два тренера – Всеволод Бобров и Анатолий Тарасов. Они стояли у истоков советского хоккея. Они начинали в одной команде, но поняли – что у каждого свой путь. Вся команда играет только на тебя, Сева. А я играю на команду. Нет, ты играешь только на себя. Когда матчи со сборной Канады еще казались несбыточной мечтой, они пришли в хоккей, чтобы побеждать. Но каждый шел к победе по-своему. Наказать решили! Наказывайте! Снимайте с работы! Но заслуженного тренера СССР! Не трогайте! Эпическое противостояние длиною в жизнь. Два великих тренера. Предлагаю кандидатуру Боброва. Главным тренером сборной СССР по хоккею вынести на голосование. Это ж через 33 дня. Вы что, хотите из меня козла отпущения сделать? Благодаря им мир познал неудержимую мощь красной машины. Две хоккейные супердержавы – СССР и Канада. Полвека сражений за титул сильнейших. Все началось тогда. Бобров и Тарасов. Только одному из них было суждено возглавить сборную СССР на играх легендарной суперсерии. Хоккейные игры. Скоро.